Английские мужчины готовы на все ради женщин и даже носить их на плечах. В британском городе десятки пар приняли участие в ежегодных соревнованиях. Мужчины, на плечах у которых сидели женщины, должны преодолеть определенное расстояние. Участникам приходилось бежать в гору, к тому же на дистанции были различные препятствия. На пути участников постоянно встречались препятствия, а ближе к финишу их начали обстреливать из водных пистолетов. В мероприятии приняли участие пары из разных стран мира.